Привет пикапипкам. И пикапику тоже. Вот это вот что? Где? Очень страшно. Это документы, которые очень редко используются, поэтому оно и видно. Древняя артефактная папка с документами. Тут мой военный билет. Ничего не работает. В смысле, а он отключен, наверное. Он, наверное, у тебя был. Нет. Девайс коннектед! Я нашла ряженку. Я думала, она утеряна навеки. Буду ее пить теперь. Военный билет. Профсоюзный билет. Кто это? Ого, а, ничего так. Ты что, удалил сейф и новый создал? Это старый страховой полис. Аттестат о среднем образовании. О, у тебя есть среднее образование, ни хрена себе. Свидетельство о рождении. Трудовая примерно книжка. Примерно пикапик. Диплом. Много-много пыли. Так, что тут у нас? Можно было бы подумать, что вода будет, но там пыль. Стыдоба. Что такое? Алгебра, геометрия 4. Почему стыдоба? Ну вот. Ну не знаю. Как-то это. По-гейски. Чё происходит-то? Ты на обсидиановых полях? Да. Ты можешь расположить по тому, кого у тебя нет. Как видишь, не могу. Ты... А, я... ну, кстати, и было так расположено. Вот. Я умственно отсталая. Мим Джуниор, между прочим, тут где-то обитает. Он мне не нравится. Он тебе нужен. Так, что тут у нас? Это сюжет. О, может, сюжет сходим. Сто лет там не были. Мы как раз прокачались достаточно, чтобы сюжета. Где он? А! Куда ты меня двигаешь? А! Ты чё? Ну, я тебя отодвинул, чтобы мне было место подвинуться. Почему твоя ряженка там лежала? Ты уже ответила, я пропустил. Привет, Натя. Я сказала, что я не знаю, почему она там лежала. У меня тот же самый вопрос. Она лежала в холодильнике на самом видном месте. Я буквально сегодня смотрела в холодильник и думала, ого, а куда моя ряженка делась? Неужели Игоревич сожрал? Мы никогда не поймаем полгода. Да нам как, не в спеху? Она от нас никуда не денется. Вода прибудет с вами много шайнее. Спасибо, нятянушка. О, привет, нятян, я как здоров. Кокена, согласно моим собственным расследованиям... Что, Альфа Вес Пиквин? Извини, пожалуйста, Кокена, ты не могла бы с этим разобраться? Вот это поворот, да? Ого, удачно, нам как раз надо. У нас есть. Ого, я к ней под юбку заглянул. У нее там соты? Да. У нас есть, но она у нас не это самое, не задексенная. Вода у него в дипломе. А диплом примерно там же. То есть я думал, что там вода должна быть в дипломе, а там пыль вместо нее. Еще тарелочка. Ой, хорошенькая вышла. С синими волосами, с синим этим кимоно. Почему у этого альфа-покемона была тарелочка, которую мы ищем? Может быть, нашел ее где-нибудь? В любом случае, это единственная тарелочка, о которой у меня была информация, так что вот такие дела. И все же ничего не происходит. Начинает заставлять меня подозревать, что есть еще тарелочки, которые надо найти. Но не волнуйся, я знаю идеального человека, которого можно спросить. Она должна все об этом знать. О тарелочках? Владычица Кагита. Она... Да, единственная неповторимая владычица Кагита. Ты, у тебя как раз не было возможности ее нормально... Госпожа Кагита, спасибо. Ну, потому что я спешил. Просто ты всегда так переводишь. Ну, вот что первое в голову приходит, то и говорю. Иначе мы будем... Оно... Благодарить ее за помощь в том, чтобы получить красную цепь.
А, это все ее тарелочки из-под ее древних чашечек элитных. У нее такие же чашечки где-то есть, целый сервиз. Я прав? Стоит навестить ее. Что ж, вперед в древний отходник. А куда? Ты меня не телепортируешь, что ли? Почему он меня не телепортировал? Что с этим мужчиной не так? А почему тут ничего нет? Нахрена это место? Стоять? По-моему, кто-то водился, или я путал. Именно этому будет посвящено DLC. Этот у нас прокачан или нет? По-моему, да. Жо, ну, шка! Я новую игру себе скачал. А знаете... С торрентов? 100 лет не качал игры с торрентов. А знаете, как госпожу звали ее друзья? Ну? Главное, по тарелочкам. Блин, откуда это? Что? Главное, по тарелочкам. Что-то очень знакомое. Не знаю. Ты чувствуешь, что это что-то из утиных историй? Нет. Там что-то было очень похоже. Определенно не из утиных историй. Ой, слушай, это же бузель был? Да. Он был большой. Разве? Выглядел большой. Я не верю в твой глазомер, если честно. Я тоже. Ты смотри, какой огромный. Укусил тебя. Не очень-то он огромный. Это достаточно... Но это не... Я не говорю, что он альфа. Я говорю, что он достаточно высокий для своего возраста вида. Они обычно ниже. Стоп, я не сюда ехала. А куда ты ехала? Я ты себе не сказала, куда ехала. Я галочку и хотела в нее ехать. Ты поставила галочку куда-то? Разве ты ее не на... на озеро. А что там? А там Тагикис. Написано. По крайней мере. В любое время... А, он там вроде наверху летает где-то. По небу. Если я правильно помню. Ой, это альфач. Да. Но наш-то альфач, более альфач. У нас Акелла прям. Дай покажи ему. Бабум. Наш больше, больше, видишь? Да. Наш умер. Тот победил. Это нечестно. Теперь он главный альфач. Это несправедливо. Это потому, что ты стронг атаку не использовал. Это потому, что он самка. А, поддался твой чувак. Где же ваш хваленый Тагикис? Да, где? Летает где-нибудь тут рядом. Наверняка зона не очень маленькая. Я предлагаю залезть на гору и оттуда посмотреть. А, точно, он тут где-то летал кругами. Во-во, я припоминаю. Говорю. Чем заняться под стрим? Покушай. Я вот искал, чем заниматься под слушание аудиокнижек. Туда нельзя залезать. Да откуда ты знаешь, блин? Ну, раз сюда нельзя, то и туда нельзя. А вот туда, скорее всего, куда-то можно. Нет, сюда тоже нет. О, а, вон он летает. Смешно парит. Он как самолет. Сказал, чем можно заниматься под аудиокнижки. Чтобы два занятия друг от друга не отвлекали. Че это она? Только самый дешевый физрукул. А, на остальный металл нужен. Ты копик нарисуй кокену. Ты поймал его так просто. С первого раза. Ну ни хрена себе. Когда у тебя есть 113 этих шаров. Давай какого-нибудь анона прочитаем. Тебя еще вам надо. Странные. О, можно им, кстати, пользоваться. За это дают. Само изучение. Собой.
Scale the... Что это за буква, блин? Вот эта буква, которую я все время туплю. У нас такой нет. В смысле нет? Ну, пробите. Grand 3. Grand 3. А, это G, точно. Залезть на гигантское дерево. Понятия не имею, о чем это. Здрасте. У нас стараптора-то хватило в итоге или одного не хватило? Не поймай одного стараптора, на всякий случай. Да вроде хватило. Ну, в смысле, вы... да? Ну ладно тогда. Да все. Я могу убить его. Я помню, что мы до девятки его довели, а вот потом... Да или нет? Вот такое дерево. Ну, если... Оно тут даже? Вот это да. Не могу поверить. Ну ладно, я думаю, может быть, когда увидим, сразу такие... А-а-а, это оно. А я вот ни одного не помню. Да, я тоже. Ну, наверняка оно было, но я его забыл. Так, много люксрыев? Фига у них тут, да? Ага. Мне нужно такое же место, но с гроулитами. Такие же. Там гроулитов ловило. Там их не так много, как здесь люксрыев. Ты хотела посмотреть, как изучать девятихвоста. Я посмотрела. А, и как? Да, было. Здорово. Надо их убивать. Да, кстати, может, на карте видно. Ну и где дерево? Ну, деревья-то видно, но они все маленькие. Такая прикольная полянка там, где мы стоим. Круглая. Там даже говорит, подписано. Grand 3 Arena, вон она. Но она не нарисована, только подписана. Это то самое место, которое я все время на карте не вижу, потому что здесь вот эта штука, и у меня глаз мимо проходит всегда. О, дерево. А-а-а, там, где мы первый раз кидались какашками в покемонах. Я его не помню. Надо на него залезть. А вон я вижу. Показалось, да? Нет, а, не видно. Нет, правда. Не там. Показалось. Хе-хе-хе, прикольно. Блин, мне нравится вот это вот ловля ноунов. Мне кажется, это единственное, что сделано хорошо. Единственное? Талант тебе. Все остальное плохо? А выше нельзя, почему? Обман, все обман. Она не умеет ползать по поверхностям, у которых градусов больше 90. Меньше 90 по поверхности Земли. Блин, хочу тороса. Хочу торт. Хочу торт. Да? Тебе прям особенное дерево с черуби? Где, где, где? Черуби это тот, который плохо ловится? Которого у нас вообще нет. Так и мы с него сбивали черуби. Нам еще кто-то сказал, что это баг, что он не ловится. Нет, да? Это была его эволюция. Так где? Ты все покажи да расскажи. Не помнит Пикапикот. Ну спасибо, блин. Спасибо, Пикабама. Это комбинатор. Великий? Возможно. Не, маленький. Кидаю во все, что движется. Ну, собственно, я тут так живу.
Кидаю во все, что движется. Чё? О, а что там так много скайтеров? А, они просто тут живут. Сейчас я вас бить буду, мужики. Кинул в них вонючую еду. Она их даже не интересует. Они заняты битьем меня. Возможно, они просто не любят ягоды. Фига никакого маленького уровня. Уровень миленький. Думаю, их надо ловить. Зачем? Не знаю. Бей их. Думаешь, нас нет? По-моему, у нас только один есть. А, нет, у нас целых 5. Извини. Ночь наступает. Как же я ненавижу этот туман войны. Наступает ночь. Ого, какая музыка прикольная. Иннио Морриконе просто. Кто? Ну, этот, который саундтреки к вестернам писал. Итальянским. Мы поймали Кокена. Как здорово, что в честь нас назвали покемонов. Да. Хоть и такого убогого. Ну, это чересчур. Мне нравится. Шарик такой. Я его разозлила. Еще бы. Я бы тоже разозлился. Капец, грубиянка. Первый убитый Кокен. Потому что мы своих не бьем обычно. Новолуние прошло. Тут просто нет деревьев шевелящихся. Просто забей. Чё? Просто забей. Ну это у меня хорошо выходит. О, светлячок. Ты хотел сказать альфа-жена. Нет, отойди в сторону, там светлячок. Слепая. У меня глаза красные. Я всю ночь за компьютером сидела. Пуньк. Очередная гора, на которую мне нельзя, да? Угу. Ой, какой злой. О, маленькие мартышки, большие мартышки. А где маленькие? Справа. Вон, ого, горит. Вот маленьких у нас, по-моему, нет. Я вообще впервые вижу. Да, действительно. Теперь есть. Точки. Зеленый большой шелос. В смысле зеленый, розовый. Ой, маленький. Ой, бежит за мной. Бежит, орет. Когда мы успели 10 штук побить? Разве что тренерских.
А, да, кстати. Что да? У тренера же был гастродон. О, здрасте. Просто принеси мне покемон. Ну, знаешь, у которого коса на каждой руке. Да это я могу. Отметь местечко. Что поймала. Почему нельзя отсортировать игревич? Делай так, чтобы можно было. 58 уровня. Не в ту сторону летишь. Вот где-то левее и сумка лежит, судя по карте. А как чувак попал на остров? Плавь. Чар. Давай летающим в него. Вот это я снайпер. Где? Что это за звук? Крудется какой? Чириканье справа? Да. Там птички какие-то летали. Альф Старавия был или что-то в этом роде. А, наверное. Инфернейп. А, он не заспавнился, потому что мы... Да, да, потому что он альфа. Еще одно стихотворение нашли. Часть старых поэм. Чита. Я случайно. Ну ладно. Знать бы, как найти свой инвентарь. А, выйти вверх нажать. Key item, скорее всего. Был бог поля, бог весны. Над Хисуем ветры вьются, жизнь дают всему, что растет, как сны. Куда пойдешь, когда тебя не будет? Спросил я бога весен. Ответ не дал мне напрямую, но все же что-то понял я. Нет большей темной истины, что скрыто. Не нравится ему мороз. Корыто. Мужик, я косу нашел. Как классно ты мимо него пробегаешь. Мимо мужика? Раз, да. Где он? Слева. А, нет, это флажок. Извините, я тебя обманул. Ты куда-то... А, вот он. На цветочек похож. Покажи мне его, пожалуйста. Только посмотри на его острые лезвия. Они с этим легко справятся. Видишь, розы Романаса цветут по всему острову. Мне надо все до последнего собрать. Я пытался их сам выдергивать. Но если мне этот, ах да, сайтер поможет, все отлично спойдет. Все розы. Они для моей жены, видишь ли. Миллион. Она сказала мне, что хотела на... Это ж бедный художник. Посадить в нашем саду эти романасские розы. Так что я собираю все до последней, чтобы засадить сад для моей дорогой.
Слишком ты... Это уже чересчур, что? Серьезно? А как это будешь их сажать, если ты их без корня? Или они приживаются? Она имела в виду только немного посадить? Ха, вот это недопонимание. Мне кажется, он просто тупой. Он думает, что он сейчас отрежет, посадит, и они начнут расти. Я сегодня сухие растения выдернула, у них были краешки нормальные, я их воткнула обратно, вдруг приживут. Так же, как он. Да. Я рад, что ты пришла, прежде чем я все розы на этом острове выдрал. Принесу их семена домой, чтобы вырастить их вместе. То есть ты все это время мог принести семена? Мне кажется, он супер тупой. Мне кажется, тут какая-то игра слов была в оригинале, которую просрали в переводе. Может быть, может быть. Он так удивился, говорит, а, я ее неправильно понял. Майку здоровенный. Ну, либо там просто тупой диалог был, что вряд ли. Капец, он здоровенный, он с меня ростом, блин. Ой, мы сегодня такую же видели. Ну и нахрена я сайтер несла? Он посмотрел. Чтобы тебе дали семечку. Нахрен мне нужна. Квест выполнить. А я вот 10 лет искала у себя в боксах. Капец, у тебя боксы. Не это самое. Не отсортированные. А как ты мне прикажешь их отсортировать? Вручную здороводишь. А видишь, мы в теплых краях, поэтому мы здесь. Я, между прочим, кого-то конкретного ищу, но я забыла кого. Ну, это ее проблемы тогда. Да. Чего? Нельзя сортировать. Очень удобно, спасибо, Game Freak. Вот отстой, пишет чувак. Я напишу об этом в своем ревью. Грустный смайлик. Так, мужики, смотрите, какая у нас свинья классная. Дожди, ты не посмотрел. О, классно. Он убежал. Слишком классная свинья. Я ему свинью хотела показать. Зеленая. Она как будто фосфором покрыта. Да, наезд камеры на траву прекрасный. Кстати, вот этих, с этими-то мы это, разобрались или нет? Жучками. Блин, как она старательно двигается. Точно, крыжовник. Вот и имечко подоспело. Ого, первый крикет тот, которого мы убили. Первая хочешь, жертва нашего крыжовника. Декс, то мне лень. У меня с навигацией плохо. Ну, в первого никогда не забудешь, да? Ой, у меня торрент включен, извините. Как зовут твоего большого желтого кота? Я не помню. Мы ты разве ему придумал не имя? Придумали на прошлом стриме? Надеюсь, только не, мы его вспомним. Отвратительно. Вспоминай скорей, пока не прилепилось. Вау. А, это нам для палки дали. Он в ключевых предметах еще, к тому же. О, куркума. Куркума? А, точно. Блин, Пикапик все помнит. Хорошее имя, блин.
Блин, я бы, знаешь, как назвал? Как? Кумыс. Чё кумыс? Не знаю. Похоже на куркуму. Смотри на Декс свой, давай. А я хотел что-то посмотреть там. Твое хобби смотреть на Декс. Мунчлакс, кстати, где-то тут ходили, я помню. Даже много где я смотрю. Пичу, Рачу. Абро. Капец, как много всех непойманных. Тогитик где-то, кстати, летает, я помню. Фернейпа еще на двоечку. Веспиквина еще на двоечку. Вурмпла надо ловить. Каскуна надо ловить. А, каскуна хватит. Вот вурмпла зря мимо пробежали. Комби как раз хватило. И все. А, чимчары вообще нулевые почему-то. А мы ни одного не поймали, видимо. Мы поймали же. Да, мы же поймали одного. А, видимо, пока не сдадим профессору, оно не начнет считаться. И этот преусловутый неуловимый черем и мим джуниор, которого мы, я не уверен, что вообще видели. А где он тут? Не написано? Не-а. Хотя, может, и написано, подожди-ка. А, написано, смотри. Horseshoe Plains, Sand Game Там я Flats. Не видела. Мы там все обходили. А это в Хартвуде. Он водится всегда. Да мы там 100 раз были, по-моему, лучше сюда. Нет, Нятян, даже не нашли. Она написана, кстати, черем этот находится. Слушайте, а раз там не написано, что здесь водится черуби, то значит его нет все-таки? Или ничего не значит? Просто мы черуби не видели. Вот где-то здесь водится этот черем. Ну, как раз рядом с деревом, как Пика-Пика говорил, то есть где-то вот здесь вот растет дерево, с которого он падает. На. О, батя. А батя-то мы... А, батя тоже надо изучать. Но можно ли изучить батю? Теперь у нас 2 бати. А чего добились вы? Ей. Не успела чуть-чуть. Сейчас умрешь. Фух, последний момент, Майки. 2 бати и толпа мамочек. Вот это мега-гарем. Тут где-то этот лежит, сумка. Вон она. Вот она. Спасибо. Мистер Мимо тут еще маленького, да? Чего они за мной бегают? Злые коты. Опять о. Альфач. Кругом одни альфачи. Это самое место, по-моему, где ты в прошлый раз с ним дралась. Нет, они были сверху. Ну да, но здесь же. Зона та же. Сначала нужен апдейт, потому что фиксит баг. Все понятно. Черема в следующий раз будем ловить. Точно, мы же выяснили, что Декс не заполняется, пока не поймешь. Абра. Не могу. Ты спугнула. Меня бьют. Своими паническими действиями. Тут все меня бьют, Игоревич. Я заметил. Кадабра. В смысле, Алаказамр. Да. Нет, кадабра все-таки. Алаказама 2 ложки? Да. Он их сразу гнет, обе. 1 удар, 4 дырки. Алаказамра, да. Алаказамабра. Здорово. Ой, ну и пошел ты. Не очень ты хотелось. Мне вообще кадабры не нравятся. Интересно, а как здесь работает телепорт у игрока? Мне интересно, на какое реальное животное похоже кадабра. Хотя я, кажется, на стриме уже спрашивал, но не запомнил ответ. Он типа как насекомое, судя по жопке. Или он типа как... Что это? Или у него нет реального аналога? Кстати, кадабры нам не нужны, нам абры нужны. Я правильно понял.
Чаруби... А, Чаруби где только не спаунится в Coronet Highlands. Понятно, спасибо. Так, это мистер Мим. А он у нас, по-моему, изучен. Где твои дети, мистер Мим? Мы будем их изучать. Какие еще дети? Ну эти... Видал, он забор от меня построил? Да, мистер Мим и младшие. Забор классный. А, о, боже. Вот он. Сейчас убежит. Крыжовник, кушай его. Блин, все равно сбежал. Капец, это легально? Я бы запретил. Обилок не хватает, конечно. Типа этой тюрьмы, или как она называлась. Чебуречное дерево. Покажи. Говорит Пикапик. А, картинка? Карта на карте? Там внизу. Подоска он. Ну какая разница, если мы его поймать не сможем? Чаруби? Да. Я думала, это только его эволюцию нельзя поймать. Так это и есть тот, который нельзя поймать. Чё? Тут черема нету вообще. В смысле нету? В прямом. Это Чаруби, а не Черем. Нет, мы Черема не смогли поймать, а Чаруби мы не встречали ни разу. А, окей, я понял. Ну, можешь сходить. Разрешаю. Опять мы с Пикапиком задоминировали Игоревича. Да, только вабр вы не ловите совсем. Топаете, как так, чтобы вас все слышат вокруг. Все потому, что прогружается карта через жопу. Я пока увижу Абру, я уже слишком близко к ней подошла, и она убежала. Вообще тут куча злого дерьма, которое меня бьет. Алаказабра, смотри. Угу. Охренеть, первый раз вижу. Альфа-казабра. Любитель похиляться, значит. Знаю я таких. Еще и была уже алказам. О, у меня стиралка достирала. Что, повесить? Ща я повешу сама. Дам тебе поиграть, как ты любишь. Ничего. Ты же любишь играть? Я люблю играть. Эй, ты притворялся. Я притворялся сам себе. Разве что. Улетающим болом, по-моему, надо. Я поторопилась, потому что меня кто-то сзади бил. Я так и понял. Я поймала их. Не-не-не. Всех? Не знаю, кого всех. Их. Их было два. О! Ладно, стиралка подождет.
Как качать, парень? Ты забыл, как качать? Короче, тут просто нет шевелящихся деревьев опять. Я все прошла. Это на самом юге была, да? Да. О, по виду. Ура, повидло, еще двух. А, you my heart, господи. Mobile Pokemon мод. Do you love Pokemon Legend Arceus, but wish landscapes weren't so sparse and empty? Tired of traveling back and forth to catch that one Eevee over and over? Or are you an avid shiny hunter who wants a bit of boost without to increase shiny rates? Мне надо. Then this mod is for you. Это для меня, Игорь. Increases the spawn rate of Pokemon in every map. Ну это нет. Это меняет баланс. Баланс. Наверное, интереснее, но как же чувство достижения, когда собрал покемонов. Pink Shiny Gengar. Ого. Какой красавчик. Вау, мне нравится. А какой он в оригинале? Shiny? Да. Не отличающийся. Да? Вообще, вообще не отличается, лол. У него мега эволюция Shiny, вот как раз красивая. А, белая, я помню. Супер джамп для Вердира. О, круто. Двойной? Вердир ремастерит. Do you hate that Вердир камера? Да. Always of set instead of being centered on your character will no more. Allows you to dash or using only the control stick, leaving your right hand free to control the camera. The same picture. Все понятно. Зачем нужен такой мод? Кстати, дискотека тоже. А, дискотека. Капец, я отвернулся на секундочку. И? А тут у тебя дискотека тут. Я аж не пошла белье вешать. Волари матч. Пулеры. А, у него какая-то история там. No shiny lock. Ого. Стартеры и легенды залочены, чтобы у них шайни не было. Интересно, стартеры за что? Новые прически. О! Ну, они просто чуть-чуть поменяли на этот, я так смотрю. More realistic hair. Зачем?
Лучше сделайте мне прическу, женщина, которая делает прически. Add Cherube to Overworld. 100% кэч рейд для всех. О, класс, мне надо. А то раздражает. О, хард мод. Альфа Шайни Ред Гаярдес добавляется. А его нет? А, кстати, решить пресет. Хочу лоудинг анимейшн. Началось, началось, началось. О, боже, вайл. Насчет мой реалистик стайкала. А мне такие нравятся, я не знаю, что мне нравится. Мы поймали Вивайла. У нас такого и не было никогда. Да, вообще первый раз увидим. О, как не хорошо. Похож на твою игру. Мою? Которую ты играл вчера на стрим. А-а-а. Блин, Игорь, когда мы офигенский клип на что-нибудь снимем? О том, когда мы снимем офигенский клип с тобой. А, когда у нас будет время. У нас никогда нет времени. Даже не время, а скорее страсть. Когда у нас будет страсть? Чатик, чё бы такое небанальное сфоткать с собаками на 8 марта? Собаки с цветами надоели. Мне моя идея нравится. Мне тоже. Я, собственно, сама это придумала еще до того, как ты сказал, но я не знала, как реализовать. Косынка, красный флаг. С флагом неохота. Тогда какой-нибудь герб на стен повесить. Топор и половник. Я просто, исходя из того, что у нас есть. Рандомайзер для покемонов-тренеров. Ого. Но тут так мало тренерских битв. Ну, это как раз про тех, которые в деревне происходят. А. Чё-то скучная вечеринка была, ничего толком не было. Зато ровно-ровно под да, песенку. Да, в тизельку. Сфоткать в форме восьмерки или знака бесконечности. Собаку? А как я скручу? Скрутишь. Вот и горяч на руби. И делать. Играй. Блин, а как в это играют? Где мы вообще? В обсидианах? Чё, мы здесь сюда пришли? Что мы тут делаем? Профессор, помогите. Альфон, двигай жопой. Еще 5 изучений.
Блин, отменил, ну ладно. Не успел посмотреть, что там. Что там не хватало. Я его специально положу, чтобы мне не мешался. А собакам пусть. Ой, а в сюжет, может, пойду? Нет, так нет. Да не то чтобы. A Wizard 3 on the Sprawling Red Swamp. А, это в этих, в болотах. Так, ну что, давай по порядку, что ли, тогда. Манчлакс. Deer Track Heights. Где это вообще? Вот, по центру. Так, а чё он, подожди, ест? Угу. А у нас есть с собой что-нибудь? Блин, у нас нет еды, которую он ест. Вот отстой. Или он любую ест? Чё-то там про ягоды было, подожди. А, это чё он с собой носит, блин. Ну-ка, а ягоду не съест? О, съел, сработало. Da 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 da
Ну, где ваш обещанный этот манчлакс? Не вижу. А батёк всё-таки нам нужен в итоге или нет? Нужен, да. А батёк на другом месте находится, да. Батька можно просто еще одного поймать. Так, а этот? С этим разобрались. Что-то не видать, не могу найти. Одни олени. Собственно, из названия оно и ясно. Can't win. У меня high ground. Nice. В смысле еще shiny Luxray? А, это мой, если что. Ты меня сейчас напугала. Я думал, я пропустил. Чё, надоело его искать, не могу его найти.
О! Ну-ка. Так, чимчар готов. Разер фанк или разер клоу нужен? Не помню. Будем считать, что разер клоу. А вдруг разер фанк? Да нет, разер клоу откуда у него? Логично. Клыки. Да, он же с когтями ходит. Что ты делаешь? Показываешь всем свою жену? Да, правда красавец. Да, вождь. Ты просто покупаешь все, что он тебе предлагает. Да. Какой же ты наивный покупатель. Нет, я просто, чтобы он привозил больше всего. Спонсирую экономику его. Вот бы кто-нибудь нашу экономику проспонсировал. Нашу с тобой? Нет. Но наш с тобой тоже, я согласна. Чатик, если захотите проспонсировать нашу экономику, то у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Почему не куркума? Я ж мужик. Не звучит. Тогда уж куркум. Нет, куркума, давай куркума, Игоревич. Я пошутила. Я его чуть не отпустил сейчас. Хорошо, что тебя предупредили. Видимо, только потому, что он редкий. Был бы нередкий, уже бы влетел. Нам бы не было его жалко. Чё ищешь? Снизеля. А его есть любимый снизель? Тот, с которым мы ходили. А где он? Понятия не имею, мы его никогда не найдем. А это, кто, когда, куда эволюет-то? Днем и ночью? А нам кто из них нужен-то? Ну, у нас Вивайл есть теперь, нам нужен Снизлер. Вот этот, видимо. Потому что он альфа. Бери альфу в любом случае. Ты же его не назвала никак. Из кого? Не знаю. У нас все очень важные. Чё ищешь? Последнее пастбище. Так, как выбирать большим количеством? Во-первых, выйди из поиска. Очень сложный способ выходить из поиска. Тупо покеболы в коробках. Надо днем.
Ну, день мы можем сделать в любой момент. Выбрасываешь? Оу, пастер, серч. А, вон, Y вижу. Move, мультиселект. А если вот так сделать, то будет, не будет ничего. Очень удобно. Пипец. У нас тут все еще за это. Блин, я только что читал, что оно так работает. Как? Что в первое свободное место можно положить, и оно само их распределит. Ну и хрен с ним тогда. Куда? Куда? Сейчас ночь. Оно не компатибл с ним. В смысле не компатибл? На него нельзя использовать. What the fuck? Или это только днем работает? Я не знаю. А Вивайло по-другому как-то его тянет? Я понятия не имею. Или мы купили не тот предмет. Так нельзя давать вещи покемонам. На них можно только использовать. Ого, ты поспал в своей кровати. Угу, в какой-то веке. Ну, тут даже туалета нет. На природе тут как-то лучше, чем в вашем захолустье. Ну, он сразу стал компатибл, смотри, только днем работает. Значит, бывало как по-другому. Ой, какая гейская хрень, не могу. Ужасно, спасите. Иди сюда, ребят. Господи! Знакомы с моей женой? Да не ко мне, вот на него смотри. Капец, оно страшное. Почему это вообще покемон? Ну почему бы и нет? Они просто растянули ему ноги и руки. Тебе не страшно, что меня сожрут? Нет, мне не жалко. Шайни свинью, не жалко тебе? Я добрый. Вот это доброта. Давно у нас карманы не заканчивались. Так, здесь что-то еще надо? Вроде нет. На. А, выбросить. Там аутбрейк. Как ты узнала? О, паниты, пойдем мочить панит. У нас, правда, есть уже шея. Мы без вапориона, ничего. Так мы сейчас возьмем его. А, можно штамм брать. Тыгач, отдай провод. На нем стоишь. Это не тот. А, это тот, как он здесь оказался. Ты его туда положил. Действительно. Был уверен, что я его влево положил. А это справа. О, нам больше сумки не нужны. Ты говоришь, лезь в провод, а? Да я слез уже, ты сказал окей. Ты на нем застрял. Чувствую себя собакой. Ты сейчас должен в панике бежать. Нет, я чувствую собакой, которая на поводок наступила. Панически убегают. Знаешь почему? Потому что не паниты. Паниты. Паника у них в крови. Может, я тоже панита.
Нифига, они все повылезали. Угу. Ускакивает лом. Прикольно, они прям бегают, как настоящие лошади. Нас же было недостаточно, Панит. Вот теперь достаточно. Да хорай убегать. А я читала, что в аутбрейках очень повышен сильно шанс шайни, но у нас в аутбрейках не было ни одного. Паническая атака была у всех нас, когда мы видели пони-палки. Это точно. Видло, по-моему, не докачали чуть-чуть, не? Я не знаю. Не уверен. Возьми палочку. Тебе жалко? Моя лошадь куда-то ускакала. А, ты за лошадью хочешь? По-моему, не сюда. Подожди, это не лошадь. Были сомнения? Да. Ага, вон она. Получила по жопе. Нормально, да? Бирюзе. Выкопал 20 кирпичей. Ни хрена себе. Я пришла за манчлаксом. Я тоже здесь искал манчлакс. Чё, не нашёл? Время что-то вешало белье. О, смотри, кто летает. Я занята, я сплю. Ха-ха, первый раз вижу. Кокена спала. Бедная Кокена. Так мало спит, что Игорь ещё ни разу не видел, как она спит. Ну, мы этого парня, собственно, уже ловили. Ну, да, я да показал, их... как он красиво летает. У нас их своих 6 штук. Да. Наш, конечно, лучше, чем это. Я полюбоваться показываю. А я видела вот картиночки, скриншоты, где он тут к шайне летает. А, я видел мод только что, где он здесь шайне летает. Всегда. Я видела скриншоты. Что-то можно сделать с модом.
Он специально ускоряется, когда он здесь мимо меня пролетает. Ты видел? Угу. Вот ведь. Хороший ник, метросексуал Габрадор. Обсуждает патчи. Он не выдержал. И сдался. Классный у нас крыжовник. Прикольный. Мне нравится, как он двигается, прыгает. Это чтоб два раза больше рекойла получить. Вот я же говорила. Так, смотрите все, что сейчас будет. Выглядел лучше, конечно. Да, мне нравится. Полосатенький такой был. А теперь какой-то серый. Что-то не хочет здесь стоять. Чё, почему? Я сломала его. Да это какое-то место проклятое, они не тут камни бьют почему-то. Классно спит. Спал. Просто там полосочки были, поэтому так классно смотрелось. Он был колорадский жук. Смотри, у него глаза есть. Ты-ты. У него ноги есть. Ты-ты. И правда. Ну и атаки у тебя, блин. Тупо все электрические. Блин. Теперь давай имя ему придумывай. Новое. Я случайно новое? Нажала. Ну или отмени. Он крыжовник forever. Forever крыжовник. А чего он эволюет, кто-нибудь знает? Это машина? Да. Смотри, они оба спят. Не геи. С Саньком. Класс. Долго узнал машину. О, он может эволюить. Готово. Здорово. Поехали. Стал еще хуже, да? Что в нем Шайневского теперь не очень понятно. Мама свин как мама свин. Но классный. Все равно. Фига у тебя какие большие.
Это ж мое любимое место. Когда уже шайни карп? Может, их надо исследовать? Шайни карпы? Конечно, они желтенькие. Мой любимый цвет. Лёна, свинья это из Angry Birds. Реалистическая свинья. Это так низко убивать мэджикарпа. Ну так не кажется? Побеждать. Зато как у вас все вкусные. Мэджикарпе одни кости. Да? Обидно. Там ничего нет. Зачем тогда нужен водопад? Далеко не смотри. Сколько же их надо завалить? До максимума? Миллион, что ли? Я думаю, что 25. Хотя нет, скорее 20 это последнее. Где же взять альфа этого мужика? Именно альфа. Ну да, он наверняка будет больше. Логично. Они встречаются вроде на каждом шагу. И все нормальные. Ладно, мужик, ты мне разонравился. Можешь батю поймать. Где? А, я же этих так и не нашла. Мелкого? Да. Вот я тоже не нашел. Батя, если карту откроешь, я может вспомню. Сент Гейм Флетс, по-моему. Могу ошибаться, но кажется, да. Я бы даже сказал, 60%, что это правильное место. Ого, ты прям процентами умеешь измерять. Я округляю. Чтоб ты не издевался надо мной, могу сказать 3 шанса из 5, что это правильное место. В смысле, чтоб я не издевался? Знание математики. Подумаешь, на 4 знал. Спокойной ночи, Нятян. Где? Это не похоже на то место, где мы его встречали. Да. Наверное, я ошибся. Абре. Это здесь есть. Здоровье, Нитян. Абра увидела, как нам дают поджопник и стремительно телепортировалась. Спасибо за компанию. А это такие квилфиши? Их мы вроде докачали. Да пошли вы. А, их правда вроде как-то вольвить еще можно. Да, их можно вольвить.
Но с ловлей это не связано. Что, туман, что ли? Наверное. Чимчара мы докачали. Да? Да, я пока тебя не было, я его накормил едой. И убил. Вот как, очень мило с твоей стороны. Или поймал, я не уверен. О, это вторая его стадия, да? Вот ее у нас, по-моему, вообще нет. Он убил крыжовника. Ну вот. Как классно Вапарион в единственное пятно встал, где нет травы. Нашел кого бить. Мокрую мамочку. Он такой неловимый. Придумал хитрый план, смотри. Ты сумасшедший, что ли, мужик? Капец. Крит. Ну и что? Подумаешь. Все равно мне не нравится. А как ты определил, в какую сторону надо убегать? Ну, ему в лобешник запустили, значит, назад. Мочи его! Че не воды? А ты что, меня чем-нибудь шарахнул? А-а-а. Хитря. Шарахнул. Нашел с кем связываться. С мокрой мамочкой. Фу, и тут обезьяны. Что за обезьянная лощина? Это обезьянник. Понятно. Так, где спят? Кринжовник. Нам надо эволюить. Наверное, я ищу шайни птицу. А. Удачи. Она мне понадобится. В поисках. Да. Она явно где-то на первых должна быть пастчурах. Мы ее поймали после того, как проводили чистку. Значит, она должна была в первый свободный слот встать. Не здесь. Нет. Ну и навигация. Тут много птиц. Это не она? Не. Значит, нет. Но мы, по-моему, близки. Это тоже не она? Где? Вот это и вот это. Нет. Ладно. Вот ты бы сказала, я ни одну из них не увидела. Тут нету. И тут нету. Нету. Фильтровать, возможно, сейчас даже помогло бы, но уже чё уж там. Нету. О, вот три штуки. Тоже не те, да?
Вот еще одна. О, нашла. Это было сложно. А, там, кстати, отфильтровать по шайневости можно. Да? Я помню. Ну, ты, конечно, и шайни. А может и нет. Будешь дальше манчлаг себе искать? Да, буду искать сына Бати. Мы увидели. Мы увидели? Ну, мы ловили парочку. Да? А, или нет? Я не помню. Я не уверен. А, ну он у нас прокачан вроде чуть-чуть. Значит, ловили. Да, у нас маленькая сталь. Зато блестящая. Там вторая. Вот это предательство. Уже. Какая злая. Почти не отличается. Просто худшая региональная птица из всех. С глазками-бусинками. А чем она от других отличается? Она никакая. А, она такая геометрическая, да? Или что? Ну, никакая. А, никакая, ты сказала. Они не все такие разные, птицы региональные. Нет, вот Виджиот-то классный. Да? Ой, это же альфач. А, ну он на попугая похож, да. Альфа-самка. Какая хилая. Скажу, но это все хилые. Да. Просто по приколу. Я думаю, что нужны. Просто мы еще не поняли, почему, для чего. КЗ что нашел? Черный алгрид. Че это? По-моему, для эволюции какой-то предмет. А может и нет. Он и правда ускоряется, когда ближе приближается к сокровищу. Жалко, это абсолютно бесполезно. Неудобно сидеть там. Но он так радуется зато. Пока что луну. А? Пока что луну я себе видел. Что? Луну. Не видать вообще. Небо затянуло. Может, новолуние? Может, может. Или просто еще только вечер. Я думаю, что новолуние. Хотя звезды видно. Собрались, собрались. Нифига не нашли. Ну, может, конечно, я по кругу хожу, как я люблю. Но это уже не то.
Тут в оленьем месте оленя. Все правильно. Угу. Никаких вам манчлаксов. Я думаю, манчлаксы лучше в каком-нибудь другом регионе. Ну, в смысле, в другой... регионе? В другой локации его посмотреть. Что-то он здесь как-то редко попадается или где-то спрятан. Он же, ну, вроде ладно, есть еще где-то, да? Пичу-то мы точно встречали. Видал, я не разбилась, потому да, что я телепортнулась. Да. Какая я умная. Угу. Смотрел, когда Пичу появляется? Нет, я просто туда прилечу и посмотрю. А-а. О, светлячок. Перепутала кнопку. Не то чтобы я знала, какая кнопка мне нужна. Изучили видло. Здесь мы что ищем? Я забыл. Пичу. Да, помню, мы его здесь встречали. Какой злой. Ему это не помогло. Он меня стукнул. Флорион так сильнен, дышит огнем, но ему не сравнится с холодным льдом. Ого. Вода, вот стихия, сильнее всех. А мяут у нас вызывает лишь смех. Тут вообще мяутов нет. Чтобы нам не было слишком смешно. Может, тут еще деньги не в ходу. Поэтому мяуты не появились. Не эволюционировали из... до мяу... прото-мяутов. Смотри, какая большая гусеница. Моя большая гусеница. Класс. Цвет стало. Водичка. Странное место. А вот и батя. Надо его поймать. Идем. Да сколько что-то этих люксреев? В идеале, конечно, спящего, но... Ого, кирпичом. Не было ничего. Хорошо, что батя лень за мной бежать. Давай, мужик, третьим батей будешь. У нас троебатия. Троебатия. Снорлакс, батяня. Батяня, Снорлакс. Он меня заметил. Вас заметили. Достал. Эй.
Итак, третий батя. Блин. Это не то место, где мы искали пищу. Угу. Это то место, куда я тебя за батей отправлял. Ради? Да. Ну, там, где оказались Абры и Люксовые. А, ну, собственно, видимо, батя как раз действительно часть этого места, так что я не напутал. Батя часть этого места. Был, пока мы его не поймали. Ему для Декса надо Energy Ball делать. Я случайно нажал. А чем ему для Декса еще надо делать? А у него нет Декса до сих пор? О, ну мы же хотели его на 100% качать. А, у этого не знаю. Это страшный топот. Да. Страна повидла. Стреляю по пацанам. Это не я. Это они меня. Как ты его нашел-то? Шайни Старли. Шайни Старли? Вот он, видишь, сидит и неотличим от обычного. А, так я всех поймал. А, понятно, там был этот самый. Ну да, Mass Break. Как только ты ушла. Ну, собственно, на фоне остальных он был отличим. Потому что они рядом сели. На фоне-то, конечно. Кто там на гитаре? Алехандро? Мы же точно где-то Пичу встречали, да? Да, здесь где-то. Где-то в деревьях ходил вроде. Не проще будет нашего Пичу взять и заставить его делать разные вещи непотребные. Нет там такого? Нелегально. А-а. Едой надо кормить. Кормить, ловить. А в других локациях ходите? Да. Давай забьем. Здесь как хреново его искать. Еще вот здесь можно посмотреть. А, он и здесь даже где-то еще водится. Надо как-то разделять. Локации большие, локации маленькие. Неудобно. Как их называть? Швабра. Калославы. О-о-о! Дискотека. Прикольно было бы, если бы были какие-то подсказки, как у анонов, хотя бы мелкие, более таких покемонов. Типа там любят понежиться на пляжике. Чтоб точнее представлять, где искать. Хотя это такое уже.
Видел, как сосна трясется? Это бомж к тебе несется. Стукнешь, Берми там проснется. Где же мы их встречали? Может, вообще в другой локации. Может, но тут-то они тоже водятся. Они, может быть, не всегда, кстати, вылезают. Ненавидят нас. Это же не стопроцентный шанс, что они там будут. Я перешла на другую локацию. Да. Я иду на дискотеку. Но я ее потеряла. Вон топ, что было. Вон. Видишь, я пытаюсь сделать все, как ты их завещал, но у меня все ничего не выходит. А что я завещал? А, всех по очереди? Да. Ну, альтернатива просто рандомно ходить. Я вроде хожу не рандомно, а выходит все равно как рандомно. Ну да. Но зато мы знаем, что их не здесь надо искать. Почему здесь? Ну просто ты не дожала. То есть ты здесь не находишь манчлакс, значит надо в другую локацию идти его искать. Ну это один из подходов только. Просто мне такой больше нравится. Контуры, кстати, нужны нам? Не знаю. Какие вопросы мне задаешь? Ты же смотришь Декс все время. Ну, я не могу все время смотреть. Бешеные виды. Стоит просто, как ни в чем не бывало. Угу. Лови хунтера, а там разберем. Как говоришь, как будто просто взял и поймал. А тут снизили какой-то не такой. Обычный. Ну, не здешняя форма? А, слушай, тут же снизили другой формы, я и забыла. Это не тот покемон, которого я хотела поймать. Прямо не один из них. Ребят, я только снизила хотела поймать. А он не один придет, а с друзьями. Это нормальный снизил здорового человека, из которого вивайл получается. Нужен ли нам... ну зависит от того, какая... кого ты волишь. Все понятно. Снизлер из этого... С того снизлера получается из этого вивайл. Теперь все ясно, почему нам не давали на него использовать. Че тебе ясно? Значит, дело не в том, днем или ночью использовать камень. Может, один... Два хунтера давай лови. Так может один днем, а другой ночью. Мы выяснили уже, что нет. В смысле... Мы не выяснили, что я нет. Я говорю, что эволюция выходит, зависит от формы. 100%. Ну да. Пятьдесят девятый. Была твоя идея, Игорь.
что за наша ты такая, что твоя куркума такая слабенькая? Все знали. Мы ее меньше всех качали. Убивай его нахрен. Не могу. Нечем? Да. Тогда беги. Да. Ран. Ран по... Ну ничего, продолжаем собирать вещи. У нас его Декса нет. Но Сильвион-то есть. Да. Так-то какая разница, есть он или нет, если мы его все равно не пользуемся. У нас просто места нет. Ну да. О, кстати. Чё? Мы, возможно, ревайв сейчас можем сделать. Зачем? Если мы хотим кого-нибудь поймать. А, мы же не сможем поймать без покемона, наверное. Да. Ну, whatever. Пошли в другую локацию. Надоело? Классные палатки. Вау, что это с ними? Кто-то провел редизайн. Это миссингно. Смотрим в этом Golden что-то там есть. Я уже забыл про панит. Мы из-за них сюда и пришли. Да. Я вот забыл об этом. Подожди. Есть тут Хонтер полный. Снизу. Смешной. Только снизу, что ли, не полный здесь получается? Да. Инфернет. Ну, из этих покемонов. Из всех, кого мы видели, собственно. Прикольно. Чё? Окей. Что? Занятие завтра. Крестьянин, давай мне мои плоды. Help, I'm being repressed. Я проиграла. Я думал, ты сдалась и пойдешь пешком. Звездочку. Ты звездочку поставила. Серьезно? А нахрена? Ее только на карте видно. А нахрена она нужна? Ну, на карте тебе сделать отметку. Нахрена? Ну, чтобы, знаешь, типа здесь вот, например, покемон, которого ты хочешь поймать. Когда-нибудь. А здесь вот полянка, на которой шейминов можно ловить. Да по сюжету разрешат. Ну
Это то место, да? Я не посмотрел. Это то место. Ну, вроде да. Только вот где именно? Место большое. О! Приятно ходить светлячки. Да? Нет? Ну да. Их вроде специально не ищешь, они рандомно попадаются. Это не туда пришли. О, кстати, болото. Знаешь, где оно следующий? Где? Рядом с красным болотом на мертвом дереве. Пойду чай налить. Не налить? У меня, чай, наверное, есть. Есть, только у меня руки заняты пить. А, ненавижу. Господи, этот пиздак. Он так слился с пейзажем, я его не заметила. Такие злые парусы, а? Почему они такие злые? Ты что-то сказал? Ни хренашеньки не нашла. Очень бесплодные поиски у нас в последнее время. Сплошные бешеные парусы. Хоть оно поймаю. Я ни хрена не нашла, поэтому пошла искать Аноуна. Подумала, что у меня больше шансов. А-а. Это красное болото, да, или желтое? Красное. А чего тут там? Много мертвых деревьев. А, то есть там конкретики не было? Нет. Вроде не было.
Значит, я ошибалась, и с Аноуном мне тоже не повезет. Можем глянуть еще раз, может там. Что-то я упустил. Может там дописали что-нибудь еще? Ага. Визера 3. Увядшее дерево. На... Sprawling Red Swamp. Что такое Sprawling? Хрен знает. На раскидистом. Может, она прям типа, которая по центру болота растет? А где центр болота? Вот, ну, я имею в виду как, какое-нибудь дерево, которое прям в воде. Нет. Тут нет. Смотри, у него ноги испачкали. Да, ты не помнишь? Так уже мы видели это. Я уже забыл. Он нам чувак сказал про шайни. Что сказал? Я пропустил. Что там встречаются покемоны не такие, как остальные. Лаутбрейкер. Кто там сидит? Где? А, это Караган. Караган к нам и даром не нать. И с деньгами не нать. Блин, что-то не видно его. Ну вот. Я же сказала. Ты оказалась права, когда сказала, что ты не права. Я сказала, что я не права? Сказала, что ты была не права, когда решила, что оно нам будет найти проще. Ага. Опять, нифига. Еще и все меня бьют. Угу. Очень агрессивное болото. Просто все болота хотят меня завалить. Может, это не те болота? Вон еще вот есть, тоже красные. Стой, где стоишь. Попалася, которая кусалась. Встретишься со самой старшей из нас. А у тебя все еще два покемона. И на что же ты рассчитываешь? Ну, мне нравится, что у него на поясе два покебола висят. То есть они для двух покемонов. Она, наверное, просто пожадничала, и у мужика не стала покупать карманы. Поэтому у нее больше не помещается. Пожухлая. А как определить? Не знаю. Ну, скорее всего, конечно, мертвая имеется в виду. А он на бревне. Нету случайно? Показалось. Он канул в воду, видал? Ага. С таким бульком.
Вот там. Нет. Такое, конечно, дерево. Чудеса. Пропало, но... Пропал анон. Зовут Васёк. Значит, это буква В. Вроде нет. Думаешь, я обязательно буду называть анона В на букву В? Да. Почему? Не знаю, как-то иначе против природы. Природа ж природа. Когда же следующий отбрык? Мы ни хрена не нашли. Да. Ни пичу, ни манчлаксов, ни анонов. Может, что-нибудь еще поищем? Чего? А ты глянул, кстати, когда пичу водится? А всегда, конечно же. Неправда. Все всегда, по-моему, водятся. На самом деле никогда. Пойдем хоть райчу поищем, блин. Тоже здесь водится? Вот здесь. Правда, когда там в прошлый раз была, там никого не было. Что говорится по сказке, что анон на завядшем дереве посреди красного болота. Он the withered tree, он the red swamp. Он sprawling в red swamp. Райчу мы чаще всего встречали в этих дисторшенах. Да. А здесь я даже не помню. А его что, там кормить надо или что? Это важно. Мочить. Не та стрелочка. Тебя не выпустят, если ты профессор не покажешь. Просто я шла не по той стрелочке, как обычно. Понимаю. Не могу поверить, что Снизлер существует. Так странно. Не иронично существует. Какой золотой столб. Я к нему бегу, потому что он очень сильно блестел. У него какой-то подорожник. Какая музыка из героев. Сидит. Мир подождет. О, 10 железа. Ну, у нас, правда, столько денег, что крафтить футболы уже довольно мейнстрим. Запарно. Проще купить. Мы не нашли абсолютно ничего. Хочешь за меня походить? Давай. То я все, я демотивирована. Демотивирована.
Это хорошо или плохо? А, там же нечему, блин, качаться. Ёкарный бабай. Чем я это делал? Весп пиквин. А, мы сейчас обсидианы поля смотрим, подождите-ка. Во. Хрена у нас тут ни хрена не поймано вообще. Ликитун, кстати, у нас недоизучен. Так, Тёртвик. Дроник Мидл. Я помню, что мы его долго искали. Где это хоть? Где-то в самом углу он водился, я помню. Я не посмотрел счета, кстати. Сейчас тебе отдам, пойду. Злой, блин, пара стрелов. Давай потихо разберемся, пока этот не заметил. Ой, еще один. Ой, я помню это место. Ты напугал его. Блин. Ты убил его. Че, этот не появится? Пока не уйдешь. Лучше вот это, наверное.
Не будешь ловить? Я уже тут одно поймал, но сейчас поймаю еще одно. Я, правда, планировал его убить, но раз такое дело. Так, вот парус отспаунился. Почему бы этому не отспауниться еще одному? Ты страшный. Или они спаунятся, когда время суток меняется? Крадется. Ну и ладно. А эльф, между прочим. О! А с ним что делать? Не знаю. Он что, там спаунится или что? Может, надо сходить. Может, по сюжету, с этим, конечно. Сюжетом, да. Бонслай. Клауд Пул Ридж. О, Гротл появился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще двух поймать бы. Раз, два, три, четыре, пять. Урсос Ринг. Мне тоже нравится. Ого, у нас не было розрейда. Ого, ни одного. Обалдеть. А это куда мы идем? Там банслаи водятся. А. Я рандомно выбрал, может идти в другой место. Сплошные злые парусы мне сегодня попадаются. Это ненужное уточнение. Что именно злые? Все парусы злые. Женщина стоит под дождем. Тебе норм? Тоже материал собираешь? Полагаю, корпус разведки много крафтит. Прям как мы. Блин, если подумать, я с вами вот новое братство прям ощущаю. Это чувство камрадства заставляет меня захотеть поделиться с тобой чем-нибудь вроде этого. Вот, рецепт для вкусняшки. Улькату. Из огурцов и меда. Покемоны его тоже очень любят. Если достаточно, чтобы поделиться, попробуй дать своим покемонам в качестве угощения. Своим? Все-таки их можно кормить? Не знаю. У нас вроде не вышло, да? Да.
У вас тут осень только в этом месте или просто везде? Интересно. Ну, вообще, эта локация называется Багровые болота, так что, наверное, тут осень. Ой, кто это? Где? Мимо пробежал, что-то маленького синего. Это был Розелия. А, окей. Капец. Опасные ребята. Блин, где сейчас ромы качают? Смотря какие. Новых игр. Новых игр для чего? Ну вот, покемонов. На форчане? Блин, ну это идиотизм на соцсетях. То есть раньше ты заходишь на Pirate Bay, ищешь и находишь все, что тебе надо. О, или а сейчас нет никакого эквивалента. А вот мне тоже интересно. Мне кажется, либо я отстал от жизни, либо оно как-то все ушло на дно. Да, в соцсети всякие. И там появляется типа какое-нибудь сообщение, а потом его модераторы удаляют и заново, и так далее. Что за звуки страшные? Музыка? Да. Всех подполье. Вот Пикапик. Фига, у него рот большой. Видимо, все реально в чатиках всяких только друг другом делится. В секретных дискордах. Да, отвратительно. Все потому, что это теперь нелегально. Все потому, что слишком много людей в интернете стало. Всегда было нелегально так-то. Теперь это особенно никто нелегально. Никто на это не обращал внимания. Да, особенно нелегально. Ну, вон рутрекер теперь легально. Очень смешно. Самая смешная новость, что я читала за последнее время. Но он, блин, всегда, как стоит кому-то попросить, он сразу все удаляет. Рутрекер, пожалуйста, удались. Ого, какая полянка. Что, они которых ничего нет, да. Они, видимо, так по знакомству друг с другом делятся. Ненавижу. Ненавижу, что это происходит все время. У нас Ян. Все нормально. Да, тут не так много-то у нас осталось. Как-то в нормальных покемонах проще декс собирать. Их не надо искать. А тут я просто прихожу и ничего не вижу. А, ну там ты приходишь, и у тебя чисто рандом. Ты ходишь по одному квадратику туда-сюда. Знаешь, что рано или поздно он появится. Правда, сначала тебе надо в интернете нагуглить, в какое время суток он появляется. Потому что, насколько я помню, игра этого не говорит. Какой день недели? По дням недели-то очень мало покемонов разделяются.
Он в кристалле Лапрос по пятницам, но там это прям... А, ну он типа это... Один элита, Лапрос, элита, да. Господи, как называется? Легенда. Ивент. Типа. Чем больше хожу, тем сильнее чувствую тленность бытия. Ой, шайни. Воу. Выглядит как обычный, зато альфа. Осенняя версия. Точно. Нормально. Ну ничего себе. Хоть чем-то нам повезло. Да уж. Смотри, еще один альфа. К нам сегодня приходил альфа шайни крокодил. Да, сплошные альфа шайни. Хочу альфа шайни жену. Это в смысле гардевуар? Да. А, так надо идти на локацию и тыкать в нее палочкой. Я даже не знаю, где она живет. А что же ты? Лобастровых Айсландс. А, в неужели мы в снегах ее ловили? Да, точно, в снегах. Мы поймали всего 9 покемонов. Зато один из них альфа шайни. У нас уже даже больше, чем на команду шайни покемонов, по-моему. Лики-лики. Опять там же. Да? Угу. Можно заходить и выходить. Каждый раз они... Мы выходим с локации, на ней же появляется массовый этот самый... Когда уже тошнит от этой локации... Ну и погодка. Да уж. Ну где вы? Вон они. Тусят. Капец, вы страшные, ребят. Ликитунги у нас не прокачанные, а вот насчет их не знаю. Он так офигел. А. А вон тот спит, смотри. Это как зубной пастой намазать. В летнем лагере. Дети, не надо спящих людей кирпичом по голове бить. Ого, ты сказал это. Если вы не профессионал, как выполняющий я. Трюки, да. Мне нравится, как они все вылезают из голов. И в панике бегают. Ты бы тоже так делал. Да. Идет он такой деловой. А вот интересно, иногда, когда ты попадаешь, звук совсем другой. Вот сейчас, например. Это я его ошарашила, со спины, значит, потому что. Да. То есть, важно не только, видит он тебя или нет. Важно еще, со спины ты попал или нет, получается. Ну да. В твою сторону смотрит. Хотя птичка может его ловить. Ого, сейчас устроим. Е-е-е. Вот это мы их извели.
Давайте его убьем. Давайте. Все, тебе никто не поможет. Вот, смотри, там у них Альфа брат старший. А справа, кстати, обычные ликитунги. У нас они не задексины. В смысле не задексины? У нас там не хватает двоечки на них. Ну, совсем недавно не хватало. Не знаю, сейчас как. Это я снайпер. Mm-hmm. Класс. О, синенькая, прикольно. Это красненькая, это синенькая, мне нравится. Не зря качали. Close combat. Круто. Это истребитель. Мать, я сегодня влезла истребитель, из-за чего мы пропустили автобус. Какой махонький. Смотри, у вас волосы одного цвета. И правда, почти. Очень мило. Капец, он пластилиновый. Это наш дождь. В общем, я скачал себе новую игру Caves of Qud. Qud. Quad. Я не знаю, как она произносится. Но если по буквам сокращать, получается кок. Завтра днем, может, постримлю. Во, какой огромный. Большой. Ой, классно орёт. Вау, я не ожидал, что он такой классный. Вот, если я команду Шайни достала, что ли, я пропустил? Нет. Но только я этого. Только мухоловку достала, она страшная. Блин, прикольный. Жесть. Че Ликитунг не обновился вообще? Я не знаю. А, может, мы ни одного задания не выполнили. Может, он у нас уже это самое. Оно, кажется, сюда записывается, только если от задания выполнить. Ониксы. Неужели там же? Не, другое место. Тяжело. Все, обошла. Я смотрю, там метель. Или где? Что там было нарисовано? Там погодные условия были. Да, метель. Фига у нас денег. Угу. Это мы еще не продаем почти золото. Гала с погодкой здесь. А, ты гений, мать. Почему? Роботы можно покупать, а эти летающие нельзя. Значит, надо их крафтить. Ну да. Я, кстати, подозреваю, что они по силе как ультраболы, даже если не в летающего кидать. Лучше на эти флайболы. Капец, ну и погодка у вас. А-а-а. Блин, хочу шайни оникса, они такие классные. Ой, ониксы. Такие червяки, прикольно. Червяки Джимы. А-а-а. Заметили тебя? Ого, у них там альфа. Альфа. Смотри, спид.
свернул как с калачиком. Мило. Его разбудил Оник. Да. Ты там больной, что ли? Ты что делаешь? Прилетел в меня откуда-то. Как она такой длинный путь прошла? Какой? От слабого тренера до сильного тренера. Вот это да. Глупо звучит. Пристают, Игорь. Я первая к ним пристала. Как я смогла не попасть? Вау, они когда тебя бьют, там значок подковы, типа они копытом тебя бьют. Ага. Кружили. Где ваш Шайни Оникс? Куда вы его спрятали? Признавайтесь. Признавайтесь, да, давайте мне сюда. Буду убивать ваших, пока вы мне не дадите Шайни. Да блин. Ужас какой. Это они меня будут убивать, видимо. Да. Пока ты им не дашь своего Шайни. А потом еще немного. Летающий тип ему не помогает. Пробуй сразу спрятаться. Чё? Спрячься, говорю. Хотя не заметили. За уступ он куда-нибудь справа. Ну, я всё заметил. Блин, надо было надымить, наверное. Всё равно бы не помогло. Капец, такая туса жуткая. Угу. Их колбасит, как будто они сумасшедшие. Как будто они... под чем-то. Походу последние два. И они не шайни. Все, можно выбрасывать вас. А, нет, вон еще один исполнился. Все, не шайни. Ты, блин, с кем дерешься? Он просто такой большой, что пропал в текстуру. Да, я... Я думаю, почему твой Лифион бьет в гору? Все. Тру-тру-тру. Не ходит. Так вот, блин. Зато Альфу я поймала. Mm-hmm. Устала? Я и шла искать жену, но Ну что поделать? Не дойду. Мы не можем пропустить Outbreak Eve. Хоть у нас их Декса не прокачан до конца. Ну вдруг Шайни. Ты же поймал Шайни, Старли? Мы какие беззаботные. Не знают, что я иду. Что-то заподозрил один. Наверное, все заподозрили. Одно дело, когда камень попадает в твоего друга, это еще ладно. Но когда он падает рядом на землю, что делаешь? Я не знаю, куда. Закидываешь их ягодами. О, кстати, едой можно кормить, я смотрю. Декс качать.
А что они едят? Ягоды, кстати, походу все едят. Ягод у нас дохренище. Огурцы. Игры. Видишь, ягод тут нет в списке. Но ягоды принимают все. У нас нету огурцов. Вон, грибы есть. Грибы не ест? Ест. Видишь, тут и огурец есть. Блин, они замечают тебя. Вонючий гриб, господи. Это же твой немезис. Ты просто поймал ее с одного раза. А чё она? А все, походу, 5 покормила. А, нет, всего 3. Классно, он тебя заметил. Развернулся, нет. И ему в спину прилетает. Все. Никаких шайни нам. Сбежала половина, но они все равно были не шайни. Такая лошадь. Ага. Крестьянин. Никаких аутбрейков. В кои-то веки. Уж забыла, зачем идем. Где же найти патч? Квест. Где? Yeah. Черненький по центру. Я забыла, где была Гардевуар. Блин, я помню, как это место выглядит. Я тоже. Ну вот, Кокора ведет меня туда. Опа, твоя кокора не ошиблась. Вот уж. Вот так просто. Вот жена, как ты хотел. Спасибо, тут не шайни. 6 жен. А? 6 жен. Если б я был султан, я бы имел 6 жен. И шестерней был бы окружен. Шестерней. Перле сбежала. Это какой-то стимпанк. Ну классно же. Да. Рабомир. И Додо. Дед, когда же придет Крейг? Я тут пришел лагерь разбить, но чет Крейг не вижу из корпуса строительства. Сказал встретиться у основания водопадов, но где же он? Он обычно не из тех, кто теряется, так что я беспокоюсь. Поможешь мне его найти? Он, небось, к другому водопаду пришел. Да, как найти другой водопад? У него вроде даже название есть. Icebound Falls. Его не смутило, зачем они решили делать лагерь в 2 шагах от нового старого лагеря? Где? Да, где?
Налево. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, тот отмороженный водопад, я знаю. Угу. Там, где мы искали вульпиксов. Каких вульпиксов? Алольных. А, нет, они разве там были? Да. Вот здесь. Думал, это мужик? Нет, это супер мужик. Ну вот водопад. И чё-то нет его. О, Риола. По-моему, у нас его нет. Или есть? Есть один. Теперь два. Тут вроде лукарь где-то был. Был такой что-то. Бегает он вокруг меня, как Наруто. Может, мы ошиблись? Нет тут никакого заблудившегося мужика. А где же его искать? Жуткие звуки. Звуки Daft Punk'а. Олень аж по вертикальной стенке взлетел. Альфа. Не знаю, как я сюда попала, ну ладно. Так вот он где был. Блин, мы голые приехали в снежную локацию. Закаляемся. Третий наш лукарь. Никого. О, покажи луну. А? Луну покажи. Только что же была, куда... А, вот она. Че, еще не полная, но скоро будет. Летим, куда глаза глядят? Ну, может, мы на мужик на... сверху водопада. А-а. Вот там позырим. Мы... А, это избушки, я понял. На курьих ножках? Угу. А это тот же водопад вообще? Или другой? Ну, вроде тот же. Да вроде да, да. Ого, Альфа. Мы, по-моему, все время тут встречаем. Да? Может быть. Да-да-да. Обиженно звенит. Долбозвон. Фига ты страшный звук издал. Каждый раз его встречаем, он очень страшно звенит. Теперь помню. Да-да-да. Ужас. Смерть твоя. Ну еще и лечь. Поджарил курагу. И сам сдох. Никого.
Альфабра. Альфабра, я смотрю, лучше, потому что не телепортируется. Да. Почему-то. У нее желание только убивать, пока ее не поймаешь. У нее, наверное, тоже молния попала. А, окей. Да, никакого нам мужика. Смотри, мы даже мужика не смогли найти. Сегодня не наш день в поисках. О, это же второй. Это все-таки другой водопад-то. Он сказал мне встретиться у основания водопада, но не пришел. Чего ты говоришь, он на другом побережье? Напротив, через реку? Раша, ты пришла, а то я тут стоял, пока в лед бы не превратился. Поспешу его найду тогда, чтобы мы этот лагерь устроили. Баскулин. Где мои огурцы? Кончились. Ты все выкинула в Иве. Если хочешь их кормить, корми ягодами. Я их уже распугала своим страшным видом. А вон слева один остался, по-моему. О, видишь, далеко зелененький. Кажется, увидел. Нет, он уплыл, все. Да и пошел ты. Ягоды мне переводить. Они встретились, блудные деды. Бррр. Так он совсем рядом был. Ну да. Тут холодно, как сопли копчу. Как вообще клан жемчужина это выдерживает? А ты вообще в шортиках здесь. Спасибо, за мной должок за то, что Крейг нашла. У них одно конечно, лицо. Можешь все устроить. Ага, только разного цвета. Готово, новый лагерь. Останавливайся, когда захочешь. Откуда ты сразу прибежал? Яри-яри, я не знаю, как покемоны, живущие здесь, еще могут бегать. Может, у них есть слой жира? Должен быть какой-то трюк. Ну что, можешь спать? Давай. Ого, деды себе по саб-квесту завели. Остепенились. Какие она? Это не я, это не знаю, ладно, кто. Ладно, похоже. Ну все, спокойной ночи, спокойной пикачатик. Пикачатик. Пикачат. Пока-пока.